Народ, всем привет! Сегодня будет короткое видео, такое очень маленькое, коротенькое, но очень позитивное. Значит, смысл такой. Какое-то определенное время назад я помог человеку, кое-что надо было сделать там, ну, неважно что и как. Уже прошло пару месяцев, сделал я это безвозмездно, абсолютно бесплатно, помог человеку, ну и я рад, что я помог. И сегодня этот человек, проезжая мимо, захотел меня увидеть. И сказал, что он хочет все-таки отблагодарить за ту работу, которую я сделал. В общем, я в беседе с этим человеком пару раз говорил, ну, мы общались на разные технические темы и вопросы, и говорил, что вот единственное, чего у меня не хватает в мастерской, ну, чего мне надо было и чего я еще не успел себе купить, это динамометрический ключ. И вот сегодня он подъехал, говорит, кое-что... Есть подгончик для тебя. В общем, привез он вот такой вот динамометрический ключ. Я прекрасно понимаю, что он не супер профессиональный, что это обычный китайский динамометрический ключ, но с достаточно широким диапазоном. То есть головка на 0,5 дюйма, на 3/8, и от 28 до 210 ньютон на метр. Это не супер-пупер подгон, и там супер-пупер подарок, можете вы сказать, потому что он недорогой, это не Ликота, это не Топ-Тул, Джонс Вэй и так далее, Топ-Тул. Но для меня это реально просто бомбезный подгон. По-другому я даже не скажу. Значит, ключ уже вот так вот, я его уже весь залапал, как вы видите. Вот так вот он выглядит, красавец. Конечно же, можно сказать... что более качественные дорогие фирмы выпускают более качественные инструменты. Я с вами соглашусь, но вариант нет динамометрического ключа вообще, или же вот такой вот, я считаю, что вот этот побеждает в любом случае. Супер ответственных работ у меня нету таких, чтобы прям головы какие-то там тянуть, я не собираюсь. Бошки, головы, клапанные крышки там. Мало ли. Но человек вот подогнал вот такой вот ключик. Я, конечно же, очень-очень рад, и я думаю, что в ближайшем будущем я найду к нему или для него применение. В принципе, это все, что я хотел рассказать и показать. Видео, конечно, получилось достаточно маленькое и коротенькое, но реально я очень рад. Супер подгон, большое спасибо. Ну, в принципе, это все. Если вам понравилось видео, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо, до свидания и до новых встреч.